Доброго времени суток. Хочу рассказать о группе Михаила Левченко по волновому анализу и своих результатах. Занимаюсь трейдингом уже четвертый год. В принципе, торговать уже получается, правда, с нарушением мани-менеджмента и риск-менеджмента, и поэтому торговля достаточно, скажем так, психологически сложна. Вот. Рассматривая простые, понятные системы, которые дает Михаил Левченко, вот, могу сказать, что прибыльность увеличилась, а стресс от самой торговли значительно уменьшился. Вообще мне очень симпатично, ну, симпатизирует системы, которые дает Михаил. Там, ну, есть чему поучиться, больше не меньше. Интересен сам взгляд на волновой анализ. Он немного отличается от стандартного. И если посмотреть и сравнить критерии, то даже вот по, ну, грубо говоря, если мы возьмем стандартный волновой анализ, то мы, в принципе, сами волны там и так далее, то есть стопы, которые расстанавливают, мы уже видим на истории, и сложно ориентироваться именно по данному факту, ну, по факту событий на рынке. Если взять систему Михаила, то здесь очень хорошо структурированная система, да, и есть определенные прям четкие критерии, после которых делаешь сделку, входишь в сделку, и в принципе она профитная. Вот. С недавнего времени Михаил сделал дополнение там по уровням поддержки и сопротивления, точно так же, вот как он это видит, и в принципе профитность системы повысилась, то есть сделки, которые чисто по волновому анализу могли там не сработать, то с учетом уровней поддержки сопротивления, ну, гораздо интереснее стало, то есть уже сделки, которые вот, ну, прямо, скажем, по системе они подходили, но каким-то образом там, скажем, могли бы не сработать. Ну вот как раз вот эта система уровней поддержки сопротивления, она позволяет уменьшить, скажем, сделки, которые могли не сработать, да. Система хорошо подходит для работы на любом таймфрейме, то есть начиная с минутного графика и заканчивая там четырехчасовыми графиками. Там, в принципе, в основе одни и те же принципы, и достаточно эффективно получается. Ну, если взять минутный график и в течение дня торговать, то в принципе вот у меня где-то в среднем там стабильно получается там от 10 до 15 пунктов в день. Ну, в среднем. Бывают дни, когда там нет даже сделок, да, которые можно там войти. Бывает, что, ну, прямо очень хорошо, то есть до 40, до 50 пунктов там получается по нефти, да, и, ну, так скажем, радует результаты. Самое-то главное, что снижается стресс от торговли. Вот для меня это очень важно. Стопы. Ну и вообще вот по системе стопы, да, то есть как устанавливать, где устанавливать, сколько взять,
какой профит взять, то есть где фиксируется, да, прибыль, она в принципе по системе Михаила очень оптимизирована, то есть вот буквально доходит до туда все, и там как бы фиксируется, и, блин, ну прям чудесным образом. Вот. Поэтому интересно дальше развиваться вместе с Михаилом, ну, учась у него, потому что самому достаточно сложно освоить все нюансы профессии, даже если усердно заниматься, то нужно очень многое проверить на себе, пережить это все. И вот как в моем случае, у меня просто нет времени для того, чтобы это все делать. А трейдинг, ну, мало того, что он интересен сам по себе, очень, скажем так, для исследования большое поле, и хочется зарабатывать. Именно даже не то, чтобы хочется, да, а вот с Михаилом получается зарабатывать. Вот система просто оптимизирована под любые типы рынков, то есть абсолютно. То есть, вот реально стало проще и спокойней. Вот, и я могу заниматься этим в любое время через мобильное устройство. Прямо буду дальше совершенствоваться. На пенсию, скажем так, надеяться нечего. Надо творить ее самому. Вот как-то так. Очень даже можно трейдингом достойно жить. И, скажем так, это как бы хорошее такое начинание учиться уже у успешных трейдеров, у людей, для которых это является, скажем так, источником основного дохода. Вот эти люди конкретно знают, как зарабатывать. Вот у меня было мнение раньше, да, что, ну, я как бы сам разберусь, вот. И все это на уровне игры, да, то есть, ну и было как игра. А те люди, которые зарабатывают и, ну, основным источником дохода трейдинг, то здесь несколько другая ситуация. Именно надо зарабатывать, а не играть. Разные подходы и разные результаты. Вот. Поэтому думаю, что надо учиться у таких людей. Тогда получается. Ну, как-то так. Спасибо. До свидания.